Я буквально полчаса назад закончил ознакомление с материалами, представленными генеральным прокурором. Скажу вам, что остался в полном недоумении. Если это называется доказательствами вины в совершении таких тяжких преступлений, которые мне инкриминированы, то мне, как человеку с юридическим образованием, остается просто развести руками. Чтобы вы понимали, и понимали те, кто меня сейчас слышит. Суть обвинения, которое мне предъявлено, это события, связанные с сделками, которые происходили с акциями в Виктория Банке, 38% акций, которые принадлежали господину Платону через группу разных компаний. Я представлял интересы компании как адвокат, компании с европейской юрисдикцией, со всеми официальными документами, процедурами, на основании официальной доверенности, с официальным протоколом, в котором были указаны пределы моих полномочий. Я совершал процедуры по покупке акций у компании господина Платона, 38% акций Виктория Банка. Я не имел никакого отношения к деньгам, к их происхождению, перечислению, работе со счетами. Да, астăzi прокурорii spun că au acumulat probe pertinente, concludente, implicate. Вот я вам сейчас и говорю о том, что в материалах дела находятся документы следующего формата. Уставные документы компании с европейской юрисдикцией, которые я же и представлял в банке, когда происходили процедуры продажи акций. Биржевые документы, связанные с этой сделкой. Доверенности на мое имя официальные. Показания некоторых свидетелей, которые говорят, что да, мы работали. В том числе там адвокаты со стороны господина Платона. Но в деле нет ряда документов, которые дополнительно доказывают полную мою невиновность в этом вопросе. Кроме того, что прокурор не доказал вину никакими документами, представленными сегодня в прокуратуре, потому что их просто быть не могут. Я повторюсь еще раз, я работал как адвокат, официально по контракту с клиентом, выполнил полностью предел тех полномочий, которые были мне предоставлены согласно контракту. Am înțeles. Domnule Urlanov, repet întrebarea. Totuși, credeți că PSRM-ul, colegii dumneavoastră din majoritatea parlamentară, vor vota pentru ridicarea imunității dumneavoastră, parlamentare? Я бы по-другому поставил вопрос. Не имеет значения мажоритатия или не мажоритатия. Имеет значение закон. Законность не устанавливается снятием иммунитета, его сохранением и так далее. Законность устанавливается правовыми способами. Я повторю, вынужден повторить то, что я сказал еще раз, буквально минуту. Знаете, то, что я на протяжении полугода обращаюсь в прокуратуру, после того, как появились какие-то статьи в прессе по фактам сделок, о которых обозначил сам господин Платон, я обращаюсь в прокуратуру, чтобы быть допрошенным, представить документы, которые есть у меня, которых нет в сегодняшних материалах, которые полностью показывают, дополняют картину того, что такое была официальная юридическая сделка с акциями. Ланов, и эти документы у меня никто не запрашивал, меня никто никуда не вызывал. Я просил, писал неоднократно. И сейчас мне пришли предъявлять вину.